На телеканале «Беларусь-4» Гомель. Новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. В чемпионате Беларуси по гандболу среди женских команд состоялись очередные поединки. Лидеры одержали победы. Подопечные Томаша Чатара в преддверии баталии Кубка вызова против хорватской Коки были сильнее Арцор БНТУ-2 36-24. Самая результативная в составе Гомеля Виктория Шимановская. 9 точных бросков. Столичный БНТУ «Белаз» в гостях крупно обыграл Викторию Берестье 49-27. Березина и Городничанка разошлись миром 30-30. Бобруйская команда набрала первое очко в нынешнем чемпионате. 2 февраля футбольный клуб «Гомель» в Бобруйске сыграет с «Белшиной». Поединок пройдет на стадионе имени Прокопенко. Кстати, в рядах зелено-белых пополнение. Клуб подписал контракт с 17-летним форвардом. В минувшем сезоне Данила Крухтанов выступал за дубль. На его счету 6 матчей и 1 гол. Соглашение с футболистом рассчитано на 3 года. Нападающий уже успел дебютировать в главной команде. Данила Крухтанов выходил на поле в спарринге с гомельским «Локомотивом». В Могилеве завершился главный внутренний легкоатлетический старт зимнего сезона – чемпионат страны в закрытых помещениях. Сборная Гомельской области в общем зачете немного не дотянула до бронзы. У наших атлетов 4-е место. Победили представители Брестского региона. В активе гомельских спортсменов на чемпионате Беларуси 15 наград, одна из них – золотая. Чемпионкой Беларуси в беге на 400 метров стала Юлия Костючкова. В финальном забеге на дистанции вдвое короче она финишировала второй. Радует выступление восходящих звезд белорусской легкой атлетики Кристины Концевенко и Полины Злотниковой. Обе поднялись на пьедестал почета. Кристина Концевенко с личным рекордом выиграла серебро в прыжках шестом. Полина Злотникова показала второй результат в секторе для прыжков в длину. Гомельчане в числе призеров открытого чемпионата Беларуси по стрельбе из лука в помещении. Соревнования прошли в Минске. Две медали завоеваны в командных дисциплинах. Алина Шуляк-Нестеренко, Анастасия Колбасова, Алина Малаева и Виктория Соловьева заняли 3-е место. У мужчин также бронза. На 3-ю ступень пьедестала почета поднялись Никита Дубровский, Евгений Смольский, Даниил Кравченко и Филипп Курленко. В личных состязаниях Никита Дубровский выполнил критерии отбора на первенство Европы. Все спортсмены – воспитанники областного центра Олимпийского резерва по прикладным видам спорта. В Гомеле проходит открытый областной турнир по тяжелой атлетике памяти Эдуарда Гуриновича. Более сотни юношей и девушек 2002 года рождения и моложе борются за победу. В этом году на турнир приехали также команды из Могилева, Новополоцка и украинского Славутича. По итогам первого дня соревнований гомельчанки Альбина Круг, Анна Науменко и Софья Альшевская завоевали 2 серебра и бронзу. Из юношей хороший результат показали Дмитрий Багук и Александр Майоров. Они заняли 1-е и 2-е места соответственно. Всего представители Гомельской области уже завоевали 25 медалей. Соревнования завершатся 1 февраля. В Гомеле уже в 22-й раз проводится такой турнир. То, что 22-й раз, это свидетельствует о хороших тяжелоатлетических традициях и Гомеля, и Гомельской области. Это говорит о стабильности подготовки хороших спортсменов в нашей области. Вы видите, с каким интересом дети, по большому счету, здесь юноши, девушки 2002 и младше годов рождения. Но вместе с тем они показывают очень высокие результаты. И с каждым годом результаты становятся все выше и выше. Поэтому у этого турнира есть будущее, и я уверен, что все получится. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».